Здарова, клэштеры, с вами, как всегда, я Арман, и сегодня мы вместе будем открывать вот такую вот крутую коллекцию сундучков. Ролик у нас будет с вебкой, ставьте лайки, если хотите больше роликов с вебкой, и, собственно, будем выбивать легу для нашего подписчика. А вот, перед тем, как мы начнем, давайте все вместе уже по традиции получим новую легендарную карту. В общем, ребят, если вы хотите получить новую легендарную карту, допустим, из обычного сундучка, то вам надо поставить лайк под этим роликом в течение 3 секунд. Если вы успеете сделать это, то, собственно, в скором времени получите легендарочку. Я, в общем-таки, давайте начну отчет, а вы ставьте лайки. Итак, 3, 2, 1. Отлично, надеюсь, все уже успели поставить лайк. Если успели, то ждите свою легендарочку в скором времени. И, конечно же, ребят, если хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то напишите свои крутые комменты внизу в комментариях. И после того, как вы поставите лайк, напишите номер своего лайка. Блин, как же много я хочу, чтобы вы сделали. Ну ладно, надеюсь, вы все сделаете. Вот, у меня кепка, как всегда, выходит за пределами хромакея. Ну ладно, это нормально. Вот, и, собственно, давайте потихонечку-потихонечку начнем. Вот такой вот у нас аккаунт, 10 левел, почти 11 левел. И вот такая крутая коллекция. Просто лайк, ребят, за такую коллекцию. Это просто, ну, блин, как сказать, просто шикарнейшая, в общем-таки, коллекция. Тут есть абсолютно все сундучки, которые прям можно было получить. Так что респект чуваку. И, собственно, мы начнем, ребят, открытие. Ну, не знаю даже откуда начинать. Давайте, в принципе, начнем с бесплатных сундучков. А вот, открываем первый бесплатный сундучетик. Кстати, сейчас колоду тоже посмотрим. А значит, нам не хватает мега-миньончиков. А колдун, валька, громоверть, бревно, окей. Значит, мы будем стараться сейчас выбивать, ребятушки, легу, которая не повторяется. Если, кстати, выбьем мега-рыцаря, то будем качать еще и элитных варваров. Так что давайте будем выбивать мега-рыцаря, чтобы прокачать элитных варваров. Вот как-то так. Ладно, тут ничего вроде так не выпадает. Стрелы выпадают. Отлично. И торнадо. Торнадо тоже, в принципе, неплохо. Эпическая карта. Дальше, что у нас, блин, открыть? Давайте откроем королевский сундучок. Открываем королевский сундучок. Валька, ну, конечно, всего лишь одна штучка, но ладно, и то хорошо. Башня-бомбежечка, Тесла и яд. Окей. Окей, кстати, ребят, колода состоит, точнее, колоды без эпических карт, так что эпики нам сегодня, в принципе, не нужны. Блин, мне конечно, очень жалко открыть такую коллекцию, но, блин, придется открывать. Ладно, давайте сейчас клановые откроем. Так, стрелы нам выпадают, ледяной дух, летучие мышки, так, повозка с пушкой, это уже интересно, заморозочка и... Блин, какая-то фиговая сейчас... Рарки будут, да? Да, рарки. Исцеление, блин, зачем нам исцеление? Я думал, что тут лего будет так раз эпик, второй эпик, и тут бац, обычный и, конечно же, эпики. Ой, рарки. Ну, ладно, ребят, так тоже бывает, так что не отчаиваемся и идем, собственно, дальше. Вот с какого сундучка начать? Ну, думаю, давайте начнем вот так, с маленького до большого. То есть сначала огромный, потом магический, потом супермагический, потом легендарный. Хотя, блин, я не знаю, какой сундучок круче, супермагический или легендарный. В комментариях напишите, какой из них круче, ребят. Прямо сейчас вот возьмите и напишите. Ну, а мы давайте приступим. Кстати, заметьте, что 0 карт. Тут 0 карт и тут 4 карты. Окей. Очень мало карт есть для прокачки для следующего левела. Так что попробуем хотя бы эти карты выбить. Так, выпадает золото. Мега-миньончик можно до 7-го качать, боевой таранчик, печки, ну и банда гоблинов. Ну, карты, ребят, так себе. Если бы мне выпали такие карты, то я был бы рад. Вот, ну, а чувака, для чувака, для чувака, ну, в принципе, печка там есть, вроде как нормально. Окей, ладно. Дальше открываем, ребят, супермагический сундучок. Нам выпадает золото. Ледяной дух, дальше мега-миньончик, так, гоблины-копищики, вау, 43 орда миньонов, это уже хорошо. Так, прикиньте, тут лего будет, башня-бомбежечка, бляха,
Исцеление, ну чё за хрень, почему Неги не выпадает-то, почему? Ну и выше баллы, целых 4 штук. Окей, ну тут главное, орду хотя бы выбили. Вот, ну даже магов не получается выбивать. Да чё это за хрень, да? Ну 2000 штук надо набрать. Капец, хотя чувак тут уже почти набрал. Ну как почти набрал, до 12 левела. Лоу, красава, чувак. Ладно, открываем сейчас супер магический сундучок, чтобы якобы не просрать шанс на получение легендарки. Хотя это на самом-то деле на это не влияет. Ну ладно, летучие мышки, обычные гоблины, целых 201 штучка, миньончики. Блин, почему не орда-то, а? Йод, ну это уже интересно, ребят. Так, гиганты, ну давайте хотя бы... так, много эпиков давайте. Да, ребята, легендарочка! Супер. У нас сегодня будет две легендарки, так что будем надеяться, что повторку у нас не будет. Вот, и, собственно, открываем. Какая легендарка будет, ребята? У вас, в принципе, есть две попытки. Ну, как две попытки? У вас, в принципе, шансов побольше. Потому что если мы сейчас... Точнее, если вы сейчас напишите какую-то легу, если из этого сундучка не выпадет эта лего, то, возможно, из легендарного выпадет это лего, так что у вас шансы большие угадать. Так что прямо сейчас ролик ставьте на паузу, напишите. Ну а я давайте буду открывать. Мне кажется, будет мега рыцарь. Да, вот мега рыцарь, давай. Чё за лего, только не повторка. Давай, спорки. Это у нас, да, новая легендарка. Хорошо, блин. Сейчас моя душа спокойная, потому что я открыл новую лего для подписчика. Вот это хорошо, ребятушки. Это просто супер. Ну, давайте хотя бы сейчас мега рыцаря выбьем. 4 лиги остаются. Хм, окей. 4 лиги. Так, тут, ой, тут нету ничего такого. Ну, ладно, нету. В общем, ребята, открываем последний наш сундучок. Легендарный сундучок. Что нам выпадает? Нам выпадает, ну давай, давай, крутая карта. Пламенный дракончик, это новая легендарка. Не, ребята, это, к сожалению, не новая легендарка. К большому сожалению, это не новая легендарка, ну, повторочка, ну, что сказать. В принципе, пламенный дракончик, это довольно-таки крутая лего, и если подписчик будет играть, то точно не пожалеет, да. Вот, второй левел, ну, вообще прям супер будет. Ну, ладно, ребят, выбили целых две легендарки для подписчика, ну, а сейчас самое время идти в каточку. К сожалению, сейчас качать не будем элитных варваров, потому что для прокачки надо было выбить мега рыцаря, ну, а мы этого не сделали. Вот, как-то так. Вот, смотрите, ребят, еще одно замечание, вот, некоторым везет на определенные карты, некоторым нет. Сейчас у меня шахтерчик доступен до 4 левела, ну, а чуваку, у чувака, да, даже шахтер не открыт. Чё это за рандом, да? Ну, не знаю. Ладно, давайте попробуем много лайков под этим роликом набрать. Да, много-много лайков. Ну, думаю, 1000-2-3 мы точно наберем. Так что буду ждать ваших лайков, а мы сейчас пойдем будем катать разочек в режиме 2 на 2. Все, погнали, быстрый бой. Почему, ребята, очень часто мне спрашивают, почему ты не играешь вот один на один на аккаунте подписчиков? Потому что, ребят, во-первых, колоды непривычные, а во-вторых, что-то не хочется вот случайно просрать кубки для подписчика, да? Ну, если я зайду с неизвестной, точнее, с незнакомой колодой, то очень большие шансы, что я просру эту карточку, так что не хочется такого допустить. Вот, сейчас давайте... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, как-то будем... Ах, блин, не успеваем. Сейчас как-то будем нанести урончик. Вау, что это за мясо-то у нас идет, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, чё... Ох! Ну давайте, давайте, воздушные юниты, справитесь или же нет? Не справляются. Или справляются? Ну, чувак, чем ты будешь дефать? Ну, ой! Так, не-не-не, подожди с запчиком. Давай, запчик. Ой-ой-ой. А, блин, чё он сделал? Я не помню, если честно. Ну да ладно, так. Сейчас дзык небольшой. Дефаем бандиточку. Угу, хорошо, электромаг дефает. Ну и, собственно, сейчас что мы сделаем? Чувак, ты что будешь делать? У нас тоже элитные варвары есть. Так что можно элитными как-то замутить. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бляха, я не то сделал. Я не то сделал, моя ошибочка. И просрали вышечку. Ну ладно.
Карточку одну, получается, мы залили. Печалечка, печалечка, печалечка. Но, ладно, думаю, что в следующие катки мы затащим. Нам надо двух элитных варваров сразу выпускать. Кстати, заметьте, там наша Валька проходит. Пипец просто. Валька наносит урон. Нормально так. Ох, погнали. Элиточки. Элиточки, погнали. Вот тут на всяком случае вот такую вот фигню замутим. Так. Зап. Зап, 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 зап. Ну, гиганта хотя бы отдефать сможем с помощью элитных? Ну, вроде как сможем. Или не сможем. Ну, ладно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то, ребят, страшное сейчас будет с нашей Валькой. Ой-ой-ой. Дефать ищем? Нет, бандиточка сейчас будет. Ой-ой-ой, гасить всех. Так, давайте сейчас вот такие стрелочки. Ну, почти, почти всех загасили, но... Вы, ребят, у нас сейчас не получится затащить, потому что... Сейчас чуваки нас на трешечку вот снесут. Или если даже не на трешечку, то на две просрём. Окей. Печалька, конечно, но ладно. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, давайте еще одну каточку сыграем. Мне что-то понравился. Мне понравился. Давайте еще одну каточку. Так, 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 так. Окей. Все. Играем. Бой 2 на 2. Давайте попробуем выбить крутой сундучок для подписчика. Вот, все. Погнали, чувака. Ну, окей. Вроде как нормальные карточки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ладно, просрали. Немножко хпшечек. Ну да ладно. Так, можно было со второго фланга идти, ну ладно. Ладненько, 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 ладненько. Так, Валька, давай, помогай, помогай, Валька. Валька, помогай, да не так помогают. Окей, Валька немножко не очень-то помог, но ладно. Сейчас Вальку прикрывать будут. Или не будут. Хотя тут наш маг хорошо довольно-таки справляется. Да. Так, ну ладно. Давайте сейчас сделаем вот так, вот так. Погодите, погодите. Опа, все. Маг. Два мага, я бы даже сказал, все. Маги идут вперед, ребят. Что у нас сейчас будет? У врага скелетики будут, скорее всего, или нет? Не-не-не, не кидай, не кидай, ты оставь для бочки. Опа, все. Минус вышечка, ребят. Два мага просто тащат. Ну и, собственно, посмотрим, что у нас сейчас будет. Ну, блин, бревнишко. Ладно. Опа. Вот так вот. Не пропускаем ни единого урона. Хотя немножечко пропустили, но да ладно. Вот. И сейчас попробуем элитками зайти. Что скажут чуваки на наши элитки? Ой-ой-ой. О, хорош. Элитики вообще прям хорошо зашли. Давайте что-нибудь выпускайте, и мы нашу элиточку выпустим. А, так, ладно, делаем так. Не-не-не-не-не. Это отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр. Пусть чуваки будут дефать все это добро, а мы вот так вот красивенько зайдем на вышечку. Да, ребятушки. Все, элиточка проходит. Супер, четенько. Прям вообще супер. 600 хп оставляем на вышечке вражеской. И это очень, прям очень хорошо, ребята. Так, шахтер, пожалуйста, назад идти. Ой-ой-ой-ой-ой. Кирдык, кирдык нашим электро... Хотя, не, смотрите, чуваки сами спасли нашего, в принципе, электромага. Сейчас Хугушка тычку сделает. Да, супер. Ну и остается, ребят, на трешечку добить я данную базу. Думаю, это у нас получится. Да куда ты выпускаешь своего мага? Да спасай нашего этого гиганта. Спасай гиганта, чувак. Ой, еще клон спылочек там был, да, получается. Окей. Окей, ребят. Сейчас трешечка будет или не будет. Трешечка будет. Да, будет, ребят, трешечка. Отлично. Изи. Просто суперская игра. Какой сундучок у нас будет? У нас будет обычный серебряный сундучок. Ну, думаю, немножко непривычно будет для чувака увидеть серебряный сундучок вместо таких крутых сундучков. Ну, ладно, ребят, на этом, думаю, уже пора заканчивать наш сегодняшний видосик. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте ставить ваши большие пальчики вверх, если хотите больше видео с вебочкой. Ну, и, собственно, не забывайте подписаться на канал и включить колокольчик. Это очень важно, потому что в последнее время YouTube что-то хреново работает. Так
так что обязательно включайте колокольчик, чтобы всегда увидеть мои новые видосики. А на этом все, спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я Арман, всем удачи, ребята, и всем пока!